Доброе утро, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Вы талантливые дети. Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь. Какие вы умные, как много и хорошо умеете, если будете работать над собой, ставить новые цели и стремиться к их достижению. Жан-Жак Руссо. Я желаю вам сегодня убедиться в словах этого писателя, в добрый путь за знаниями. Вспоминаем то, что знаем. С какой частью речи мы сейчас работаем? Что такое имя существительное? Это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто?». Что? Как изменяются имена существительные? По числам и падежам. Как определить род имени существительного? По его окончанию в именительном падеже. Изменяются ли существительные по родам? Нет, существительные относятся к мужскому, женскому или среднему роду. Проведем наблюдение. Прочитайте слова «еж», «ночь», «плащ», «мышь», «рожь», «нож». На какие две группы можно разделить имена существительные? Правильно, эти существительные можно разделить на существительные мужского и женского рода. Назовите имена существительные мужского рода. Ёж, плащ, нож. Какие буквы, обозначающие звуки, написаны на конце существительных женского и мужского рода? На конце имен существительных женского и мужского рода написаны шипящие ж, ш, ч, щ. Что вы заметили? На конце существительных женского рода после шипящих пишется мягкий знак, а на конце существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется. До реформы словообразования 1918 года у одних имен существительных на конце после букв шипящих стоял твердый знак, а другие имена существительные оканчивались на мягкий знак. Затем твердый знак исчез, а мягкий знак остался. В русском языке мягкий знак нередко вовсе не обозначает мягкость согласных звуков. Иногда он лишь указывает на форму слова. Тема нашего урока – правописание мягкого знака после шипящих на конце существительных. На уроке мы с вами узнаем правила правописания мягкого знака на конце имен существительных в начальной форме после букв шипящих. Вспомним, какую работу выполняет мягкий знак. Рассмотрим предложение. Чиж принес мышь на пятый этаж, а там малыш взял в руки гуашь и мамину тушь и разрисовывает папин плащ. В этом предложении много существительных с шипящими согласными на конце слова. Как определить, нужна ли после них постановка мягкого знака? Давайте вспомним, что в русском языке мягкий знак служит для смягчения предшествующего согласного звука. Но шипящие звуки «ж» и «ш» всегда твердые, а шипящие «ч» и «щ» всегда мягкие. Постановка мягкого знака после этих шипящих не сделает «ж» и «ш» мягкими звуками, а «ч» и «щ» твердыми.
таких случаях мягкий знак выполняет грамматическую роль. В русском языке мягкий знак нередко вовсе не обозначает мягкость согласных звуков. Иногда он лишь указывает на форму слова. Такую работу выполняет мягкий знак на конце имен существительных в начальной форме после букв шипящих согласных. Он сообщает: это имя существительное женского рода. После букв шипящих на конце имен существительных мягкий знак пишется только в словах женского рода. В словах мужского рода мягкий знак не пишется. Рассмотрим еще раз наше предложение, но уже с расставленными мягкими знаками после шипящих, там, где это необходимо. Заметим, что слова мужского рода «чиж», «этаж», «малыш», «плащ» пишутся без мягкого знака на конце. А вот слова женского рода «мышь», «гуашь», «тушь» с мягким знаком на конце. Сформулируем правило. На конце слова после шипящих «ж», «ш», «ч», «щ» в именах существительных женского рода пишется мягкий знак, а в именах существительных мужского рода не пишется. В именах существительных в начальной форме с шипящими на конце всегда есть орфограмма, потому что мы выбираем, писать мягкий знак или нет. Следовательно, грамматическая роль мягкого знака на конце слов после шипящих – это указывать на род имени существительного. Например, обруч. На конце слова не пишем мягкий знак, так как это существительное мужского рода. Ночь. На конце слова пишем мягкий знак, потому что это существительное женского рода. Составим алгоритм написания мягкого знака у существительных с шипящими на конце. Как нужно действовать? Услышав шипящий на конце слова, узнай часть речи. Если это имя существительное в начальной форме, определи род. Если слово женского рода, мягкий знак пишется. А если мужского рода, мягкий знак не пишется. Не знаешь род имени существительного, обращайся к словарю. Прочитайте написанные слова. Распределите их на три равные группы по количеству слогов. Каждую группу запишите в отдельный столбик, вставляя пропущенные буквы. Найдите в каждом столбике лишнее слово. Подчеркните его. Обоснуйте свой ответ. Давайте проверим. В первом столбике плач, течь, брошь, сушь. Лишнее слово плач, так как это слово мужского рода. Второй столбик мякиш, малыш, кирпич, роскошь. Лишнее слово роскошь, так как это существительное женского рода. И в третьем столбике слова молодежь, приемыш, царевич, экипаж. Лишнее слово молодежь, так как это тоже существительное женского рода. Запишите словосочетание. Поставьте, где нужно, мягкий знак. Объясните свой выбор. Проверьте правильность выполненного задания. Распределите слова в два столбика, распределив их по орфограммам. В первом столбике орфограмма – мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука. Во втором орфограмма мягкий знак после шипящих. А теперь мы не зеваем, а внимательно все проверяем. Подберите к данным словам однокоренные имена существительные с шипящими на конце. А теперь проверьте себя. Я думаю, что у вас все получилось. А теперь интересна орфографическая задача. Как писать слово с мягким знаком на конце или без? Тушь, тушь. Заглянем в словарь. В одном случае тушь – это короткое торжественное музыкальное приветствие. Тушь – он мой, мужской род. Мягкий знак не пишется. Например, оркестр играл тушь. Во втором случае тушь – это устойчивая краска для черчения, рисования, письма и косметическая краска – тушь для ресниц. Тушь – она моя, женский род. На конце будем писать мягкий знак. Например, мама купила черную тушь. Сделаем вывод. Чтобы не ошибиться в написании мягкого знака после шипящего, надо смотреть на слово в контексте. Наш урок подошел к концу. Вы, ребята, молодцы, хорошо поработали на уроке. Подведем итог урока. На уроке вы узнали, научились, и теперь можете. Оцените уровень своей успешности. Поднимитесь по лесенке знаний. Прослушайте творческую домашнюю работу. Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по сегодняшней теме в жизни. Спасибо за урок. До свидания, до новых встреч!